Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подпишу. Я Элли. С ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же просил, я просто иду за тобой. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Сюда. Поживей. Внимание! Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Yeah.
фарбы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК – подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему... Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще это нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин? Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Мне кажется странным, что Марлин выбрала нас. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Ну что за хрень? Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. Долго нам еще идти?
Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Стойте. Впереди патруль. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Скоро они. Пара минут. Простите! Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот дерьмо. Смотри. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна! Нет? Прибор ошибся? Я объясню! Да уж, придется. Смотрите! Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели! Дольше 2 дней никто не протянул, хватит врать! 3 недели! Клянусь! Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Черт. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Твою ж мать! У меня 2 труба. Повторяю. За мной. Быстро. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И бегом. Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Проверить траншеи! Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда? Как сказано, топаем дальше. Пригнись, а то заметят. Ну, Элли, закрою. Что видишь? Тут все тихо. А что впереди? Пока ничего. Иди еще. Небось, грёбаные цикады. Сюда. Скоро мы до ней доберемся.
здесь есть проход. Там? Слишком много. Жесть. Блин, они совсем рядом. Вы отвлеки. Ладно. Еще фонари. Я слышу. Будь начеку. Эй, там кто-то есть. Покажись. Эй, стой. Я что-то слышу. Покажись. Зайдёт кто-нибудь? Солдат, ответь. Эй, дай сигнал. Сюда, скорей. Глянь. Терс, есть идеи, куда нам? Не узнаю город. Секунду. Куда она ведет? Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Отряд Чарли, прием! Стоп, стоп! Опять солдаты. Цель не обнаружена. Вернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. Ты по машинам! Не лезем на свет.
так. Они ушли? Нет, они еще тут. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф.